Всем привет! Знаменитый актер Леонид Куравлев на протяжении долгих лет дружил с советским режиссером и писателем Василием Шукшиным. Общаться они начали на съемках фильма «Живет такой парень», после чего просто общение переросло в настоящую мужскую дружбу. Куравлев тяжело переживал потерю писателя, а после даже назвал своего сына в честь ушедшего друга. С женой Шукшина Леонид Вячеславович тоже поддерживал хорошие отношения, однако в один момент они резко перестали общаться. С тех пор прошло уже более 30 лет, а актеры так и не смогли помириться. Ссора произошла во время съемок фильма «Личная жизнь королевы». В этой не очень известной картине Куравлев и Федосеева Шукшина играли семейную пару. И все бы ничего, но в один из дней Лидия Николаевна узнала, что гонорар ее партнера по съемочной площадке больше, чем у нее. Тогда актриса сильно рассердилась. Она стала обвинять друга ее ушедшего супруга в том, что он намеренно скрыл размер своего гонорара, чтобы она согласилась на меньшую оплату. Куравлев же просто развел руками, посчитав, что его вины здесь нет, ведь он не имел права озвучивать размер своего гонорара. Артисты больше так и не стали общаться. Кажется, что Федосеева Шукшина так и не смогла простить другу такую выходку, а может, ей это было не очень-то нужно. В итоге каждый из артистов остался при своем мнении. Добавим, что ранее стало известно, что после ухода жены Куравлев стал затворником. Актер почти перестал выходить в свет и ни с кем не общается. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!